Сразу три виртуальных зала открылись в Новгородской области. Зрители получили билет на концерты лучших коллективов всей планеты. И попасть в большой мир искусства теперь можно из Великого Новгорода, Холма и Пестова. Подробности у Анны Окладниковой. Виртуальные концертные залы – это возможность побывать в числе зрителей на выступлениях ведущих музыкантов России и зарубежья, не выезжая в столицы. Подготовка к старту проекта шла около года. Новым оборудованием были оснащены три учреждения – Новгородская областная филармония, а также залы в Холме и Пестове. А уже летом 2020-го планируется открытие еще шести виртуальных площадок в райцентрах Новгородской области. Это необходимость, потому как привести хорошие коллективы в Новгородскую филармонию, а тем более на площадке Новгородской области, не всегда предоставляется возможность в том объеме, в каком сейчас идут концерты в Московской филармонии. А у нас есть возможность присутствовать на этих концертах как онлайн-трансляции и те концерты, которые есть в архивах. Виртуальный концертный зал – проект сравнительно новый, но уже стал довольно востребованным. До этого Московская филармония активно сотрудничала с Белгородом и Екатеринбургом. Теперь же в игру вступила Новгородская область. Как вы думаете, такие концертные залы будут востребованы в поселках, в деревнях? Да, это будет очень востребовано, потому что на самом деле жители наших глубинок не имеют возможности посещать такие мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге из-за удаленности региона и районов, и также того, что билеты дорогостоящие. Проблема с билетами решена. В рамках проекта вход на мероприятие будет бесплатным. Стоит лишь приобрести пригласительный в кассе филармонии. Планируется 3-4 концерта в месяц, рассчитанных на разную аудиторию. Благодаря проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» каждый из нас с вами в своем родном городе сможет услышать и увидеть выступления выдающихся коллективов и исполнителей с лучших концертных площадок нашей страны. В день открытия сразу трех виртуальных залов состоялась онлайн-трансляция из Московской филармонии, где звучал концерт Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова. Ценителей классической музыки оказалось много. В залах Великого Новгорода, Холма и Пестова свободных мест не осталось. К слову, по результатам 2019 года Новгородская область уже демонстрирует лучший результат в России по реализации проекта виртуальных концертных залов. Анна Окладникова, Галуст Гивандян, новости Новгородское областное телевидение.